Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересном воблере от компании Strike Pro. Моделька называется Tailblazer 75. Данный воблерок у нас поставляется в такой вот стандартной упаковке от компании Strike Pro. На обратной стороне упаковки, как правило, идет наклеечка с характеристиками приманки. Расцветка 512Т, длина воблерка 75 мм, вес 6,8 грамм, заглубление от 0 до 0,2 метров. Воблерок у нас плавающий. Соответственно, воблер у нас подповерхностный, плавающий. Отлично подойдет для облова меляков, участков с течением, неглубоких участков водоемов и так далее. Сам воблер у нас выглядит таким вот образом. Он у нас, как можете видеть, составной, состоит из трех сегментов. Сегменты зафиксированы на таких вот проволочных шарнирных соединениях. Их по две штучки на каждом соединении, соответственно. Вертикально расположенная лопатка, довольно-таки широкая, имеет интересную формочку лопатка. Петелька расположена, ну, условно, скажем, на подбородке данной приманочки. Имеется 3D-глаза, детализация в виде чешуи, ну и так далее. На спинке имеется надпись, название бренда Strike Pro и название модели Tailblazer 75F. Оснащен двумя острейшими крючками. Крючки, соответственно, на заводных кольцах. Колечки плотные, нареканий не вызывают. Можно видеть, сегменты имеют довольно-таки отличную степень подвижности. Есть, скажем так, воблера сегментированные, которые степень подвижности имеют маленькую. То есть, например, отклонение вот такое на первом сегменте и на втором. В данном же случае можно видеть, что воблер очень и очень подвижный на своих соединениях. Летит воблер, ну, скажем, не супер, но в не сильно ветреную погоду летит довольно-таки достойно. В ветреную погоду, конечно, качество заброса у нас резко уже ухудшается. Ну, это все сегментированные воблера подобного исполнения, скажем так, славятся такими полетными характеристиками. Это не минус, это определенная особенность таких вот составников. После приводнения воблер у нас сразу же находится практически на поверхности. После заброса, когда мы начинаем движение, воблер сразу заводится. Работает даже на самых медленных скоростях проводки. Игра у него очень и очень живая. Соответственно, он идет у нас, скажем так, такими вот движениями. Очень напоминает раненую рыбку, если проводить его медленно. Также воблерок довольно-таки неплохо податлив при твичинге, при легком подергивании. Также довольно-таки интересная игра получается у данного воблерка. Воблер довольно-таки неплохо работает на среднем течении. Ну, как правило, проводки на снос против течения сильно не вижу смысла делать, скажем так, использовать данную приманку. Проводки на снос, поперек течения и так далее, воблер отлично показывает. В настоящих водоемах тоже проблем не будет. Отлично данные воблера показывают при ловле белого хищника и окуня. Также, конечно, славится и по щуке, по некрупной данной воблерке. Однозначно могу порекомендовать. Себе приобрел, как правило, для ловли окуня на мелких и заросших участках водоемов. Но тоже планирую в последующем попробовать его и по белому хищнику. Ну, как правило, по головлю, по реке. Однозначно могу порекомендовать данный воблерок. Отзывы имеются положительные у данного воблера. Так что ловить он будет 100%. Приобрести данный воблер можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.